Здорово всем! Сейчас гайд по Сларку проведем, так как некоторые уёбки уже пикнули Урсу. Я все-таки хотел Урсу прогайдить, но ладно, невелика потеря. В следующей игре я сделаю на Урсу, а сейчас на Сларка. Бля, не зачитал, ну да ладно. Вот, вот так вот выглядит Сларк. Маленький, его в замесе хуй выделишь, это Рикимару Намба 2. Маленький, нихуя его не видно, всегда может уйти. По типу блинка у него есть скилл, Ешка был введен в доту в доте 6.70, в 6, по-моему, 69 или 68, да, где-то так, вот так. Пиздец, лайны, конечно, собраны очень хуёво. Вы только гляньте. Это чудо. Это чудо. Вот что этому чуду делать? Ну, в общем, пиздец. То есть два ближних боя будут терпеть на топе. А это полный пиздец. Я должен фармить. Так что я пойду фармить. Закупаем такой же закуп, как у меня всегда. Кто против, тот может езжать в другую страну. Начальный скилл второго, блять, по счету делает, что у нас бросается вперед и отпугивает первого попавшегося до пути, опутывает до пути вражеского героя с помощью темных цепей. Да, темных цепей, это заебись, кстати. С темными цепями мы будем тащить все что угодно. Это стяжение. Что-то вроде Дарксера стяжения и у Блэхола, блядь. Энигмы. По типу такой вот хуйни. Опутанный герой в течение 35 секунд не может уйти дальше 275. То есть рейнджа. Это отсюда где-то вот. Вот так он будет висеть на сопле вашей. И ничего не сможет сделать. Сейчас я вам и покажу, посмотрим. Если не получится, тогда я ливаю. Ждем. Ждем, ждем, ждем. Блять, спугивать их нельзя, так как они думают, что два чувака, да, на низу стоят. Ждем, ждем. Сука, чё ж они какие-то... Ага, а, не два чувака, все, тот перебичевал на топ. Тогда можно идти уже фармить. Блять, вот сука, даже фарма не дает. Почему ж она один удар бы сделала, я бы зафармил, баба. Сучка. Шлюшечка. Ну ладно. Это агилити. Если агилити, то... В 95% нам нужен фарм. И добивание мобов также считается антифармом. Ну и что она сделала? Я никуда не пойду, нет. Вы чё, совсем что? Я еще не выжил из ума. Так как Баляняр со фулл хп, а я тоже с фулл хп, но, блядь, у него 720 хп, а у меня 600. Есть разница. На лоу левелах это очень решает. Второй левел. Вторым левелом, короче, качаем первый скилл. Так как третий скилл нам пока что не нужен. Потом объясню, почему. Да, ёпта, стяжение. Нет, снайпа, снайпа. Удар, убит. Отлично. И за этим до конца, за этим до конца. Ешку качаем, чтобы больше рейнджа было. У него МП есть. Ну, пиздец. Ешка! Удар. Убит. Сука, знойный, блядь, пиздюк. Наглый. Он, ну, брат за брата, у них такая вот тактика, да? Брат за брата, значит, вынесут топ-геймера. Да нихуя. Топ-геймера никто не вынесет. Хоть пусть у вас мать родила гарем, блядь, братьев, мне похуй. Сколько вас? Топ-геймер нагнет всех. Ёпта. Снова второй скилл. Поэтому
именно за счет второго скилла мы совершили и ФБ, и Раста дабл килл. Кстати, именно хорошо то, что Раста, точнее я с Растой пошел, так как он дает сетью, у него плюс еще хикса есть. Я, считайте, 100% попаду своим стяжением. Так что там, ну, килл. Килл будет. Сколько? Сколько хп? 500. Вот 500 хпшных мы сразу же будем убивать. Анимация атаки. Ну, так себе, честно. Меня не возбуждает. Очень медленная, трудно им фармить. Но зато в будущем он себя оправдает за лейта. Видел у типа одного стата за Сларка. 40, по-моему, к нулю. Ну, 40 игр вообще сыграно, и он 0 раз просал. И все время за Сларка играет. Супер. Супер перс. Я посмотрел, что он ему собирает. А собирает он ему говнище полное. Так что... Вот. Сларк в меру наглый, в меру хитрый. Вот такой вот персонаж. Но мне нет резона танчить на вот таких вот персонажей. Потому что они меня, блядь, быстренько утихомирят, поставят на место. Как можно еще сказать? Выебут в папандрик. Мне, ёпта, это не нужно. Вот что, он уже хотел кастануть в меня. А был бы у него бы 6-й левел, он бы у меня бы ультанул, как же. Он же долбоёб. Долбоёб. Раста летит. Полет, бля, чуть-чуть не хватило. Я сразу цешку, пиздец. Конечно, бой фейл. Сейчас цель. Жив, бля, охуеть, конечно, да, хуй. Ладно, он обчмырил. Давай, атака. Молодец. Вот, мои гайды, по-моему... А, я по расе тоже делал гайд, вроде как. Я всех интеллектов обгайдил. Так что вот. Видно то, что смотрит меня, любит, ёпта. И нагибает за счет гайдов моих. Вот наш ульт может творить чудеса. Чудеса как и нам, как и противникам. Что они будут в ахуе стоять. Знаете, как в хентаях там большие глаза. Особенно когда всякие, блядь, привидения ебут какую-нибудь мадам, мюсьен, француженку. Тогда у них и такие глаза. И именно у наших противников такие же будут глаза. Все, повержен. Повержен. Сейчас. 8-й левел. Жил, а ничего себе! Он этот Эрку-то юзанул. Вы видели? Отсюда. Пусть он и украинец. Ну, хохол, ладно, хорошо, хохол. Но в его душе видно, что зачата душа негра. Итак, что у нас дэшка-то делает? Ульт. Принимает невидимый облик. То есть нас уже не видит. Видите, какой плюс? Который не исчезает при атаке или использовании способностей. То есть мы в ульте начинаем ДПСить всех, и нам наплевать. А только по истечению 5,5 секунд. Сука, хитрющая, блядь. Такая хитрая. Такая хитрая, блядь. Еще кувыркнулась через эти текстурки. Думает, виджелинка нагнет. Сучка. Сейчас мне главное ассист получить. Пиздец, даже ассист не дали. Ладно. Эта способность также пассивно увеличивает скорость передвижения. Да, это так. 3 до 30% и дарует 3% регенерации здоровья. Это тоже правда. Если Найтволкер находится вне зоны невидимости. Это можно посмотреть. Видите, чуть какие-то черные круги после меня остаются. Появляются, видите? Это значит, у меня вкачан ульт. Не вот эта хуетень, блядь, эту хуйню прокачал. Сука. Окей, окей. Этот эффект имеет задержку в 0,5 секунд до и после активации.
Задержка вообще-то, перезарядка 25 секунд, пиздюки. Пиздополы. Даже нормально перевести не могут. Есенсера Шифт. Чтя древнюю магию, Ник Волкарф Сларк зачаровывает свой меч для кражи смелости врагов. Каждая атака. Вот поэтому, кстати, я и не качал ее в начале. Потому что я никого не дамажил. Поэтому я и не качал третий скилл, а качал всего лишь вот этих два первых. Он ворует ловкость, причем ворует нехило. Уже сыт, чувствует. И что? А, он меня наебать хочет. Ну на, наебывай. Ну на. Помри, баратун. Наебщик. Наебщик. Этот, что ли, владелец МММ? Мавроди? По 3 очка. Так, по 3 очка. От каждой характеристики в забит Сларк получает 3 ловкости. Супер, 3 ловкости, это класс. Там потом такой атак спид у нас развивается на хайт левеле. Ух. Любой воец с момом позавидует. Да и не только воец с момом. Некоторые люди ему также собирают мом. Этот американскую маску, блядь. Вот. Сейчас я не вижу смысла. Юзаем дэшку. Идем в атаку, да уёбка. Наебал? Туп подох. Снова съебываю. Палево. Атмосфера, базафак накалена. Как во время да Сталина, ёпта, блядь. Смотрите, наглец, наглец. Хач. Хач, чёрка. Ага, мека. У него мека собрана. Уёбок, блядь. ПТ ставим на силу, так как ХП у нас вообще не хватает. Чё там, 600 ХП. Это ж пиздец. То есть лич ультанет и вэшку даст. И все. Минус Ларк. Ешкой суперски можно съебываться через любые препятствия. Вот, например. Оп! Прилетели, блядь, за регеном пошли. Или за хостой, за ДД, без разницы нахуй. Что там будет? Иллюзии, инвиз. Главное, что сейчас Раста сдохнет. Вот Сань, да? Вот Сань. Такая Сань, блядь. Уёбок еще стилит. Выебанный хачок. Не понял. Давай. Вы мне не страшны, месьен. А вот Банша, да, она мне страшна. Сейчас. Успею, успею. Да, топ-геймер, блядь. Ну, вот, оправдано. Много людей говорят, что VG Elite не топ-геймер. Но они все сосут хуй. Сосут хуй, официально. Вот Сларк это очень хилый персонаж. Если какой-нибудь Урса купит гем, то все, можно писать команде «Помогите, убейте его», так как мы его заселфонить не сможем. А я здесь ничем не помогу, кстати, вот этим вот. Я ничего не смогу сделать. Вообще. 600 хп. Сейчас влетный перец по имени Клок должен влететь на эту фантастическую четверку и отрескилить их. Ну! Сука, все нужно делать самому. Уёбки. Сейчас идем, нападаем. Нападаем, гоним их. Гоним их ко врагу. Заныкаемся в текстуры. Чтобы нас не спалили. Это засада такая вот будет. Ждем. Эх, хуёвый из меня шпион. Хоть и я все шпионские игры прошел, а в доте хуёвый, однако. Ну ладно, да, конечно, шмота у меня нет. Ну и похуй.
Печальная игра, могу сразу сказать. Да и печальный гайд. Ну, блядь, не, я не люблю Сларка, такая же хуйня. Маленькая, ни о чёмная. Не знаю, как чувак наиграл 40, блядь, игр и 0 поражений. Это же ёбнутый вообще чувак. Конченый таджик. Рахит. Чёрка. Как его еще можно назвать? Араб, блядь. Чешмек. Ну, конечно, надо же стопить этого Сларка, у которого МС чуть ли не 500. Идем на план перехват. СФ такой. Ну, блядь. Пойдем так. Все-таки я его догоню. Да ёб твою мать. Придется ульт ее занять. Так как МС намного выше обычного. Сука, вообще не догонял. У нее что, фрезы? Блять, у нее обычные вонючие аркады. Все, блять, вот уебок. Не, не уйдет, не уйдет, не уйдет. Виляет пиздой. Слушайте, она вильнула пиздой все-таки. Уебище. Это жесть. Это, ну ладно, хоть эту брать, блядь, убьем. И то радует. Баладар атакует! И здесь Виджелинг идет. И он убьет. Секунды, 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 секунда одна! Уеба. Плюс, кстати, очень большой бонус этого. Блять, там пиздюки, тут пиздюк, уёбки. Вот, и огромный плюс этому Сларку, вот за счет этой цешки, он может избежать станов, может избежать жрания пуджа, если вовремя, главное, кастануть его. Вот это вот, видите, цешка. Оп! Если стан вас летит, он не сработает. Такая вот хуя тень. То есть супер, супер. Бадапака, ёпта, блядь. Сука, полная хуйня, не игра, ёпта. Такая хуйня, бадапака. Со своей мекой обоссанной ходит здесь, у ёпки. Да. В общем, это не персонаж, это такой... В общем, если этот уёбок с 40 играми смотрит меня, сука, полезай обратно в утроб матери, уёбище, блядь. Все, всем пока, блядь.